Гироскутеры, модные смартфоны, часы и велосипеды. Такие призы получили победители фотоконкурса «Фотобаттл». Молодые люди приняли в нем участие в день выборов президента 18 марта. Они пришли на избирательные участки и сфотографировались в специальной фоторамке. Затем разместили фотографии в интернете. Фото победителей набрали наибольшее количество лайков. Некоторые фотографии получились весьма оригинальными. Моя идея оригинальная пришла ко мне практически сразу, когда я узнала об этом конкурсе. Я решила взять с собой своего милого котика. Я подумала, что люди будут голосовать за меня, которые меня еще не знают, потому что увидят моего милого животного. И хочу, чтобы побеждали работы не только с количеством голосов и лайков, но и они были оригинальны. У меня работа такая, и я считаю, что моя победа абсолютно честная и заслуженная. Конкурс организовал Рязанский союз молодежи. Его цель – привлечь внимание молодежи региона к выборам. Показал то, что большая заинтересованность есть, ну как по переходом и просмотром, сколько у нас был сайт, у нас ушло больше 100 тысяч человек, посмотрели этот сайт, проголосовали на нем. Вот, самих публикаций там было больше 1000. То есть, как бы мы, ну, для нас, для организации это очень здорово, потому что мы привлекли к себе такое внимание со стороны молодежи. Вот, и надеемся, теперь наша членская база пополнится, будут ребята принимать участие в наших проектах и программах. Всего в конкурсе разыграли 21 приз. Смартфоны, планшеты, гироскутеры, игровые приставки, экшн-камеры, часы и велосипеды. Алена Кукулева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».